spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия воблеров под названием Fisker. Ее производителем является украинская компания Flagman, товары которой уверенно набирают популярность среди отечественных спиннингистов. Линейка приманок состоит из двух моделей, имеющих как внешнюю схожесть, так и некоторые различия в характеристиках. Давайте поближе их рассмотрим. Fisker относится к большому и популярному классу минов. Корпус удлиненный, с уплощенными боками. Широкая спинка плавно сужается к прямому брюшку. Объемная передняя часть постепенно уменьшается в сторону хвоста. Спереди расположена крепежная петля с заводным кольцом. Под ней находится небольшая округлая лопатка. При ловле щуки рекомендуем использовать надежный поводок. Длина первой модификации равна 72 мм. При этом масса составляет ровно 5 граммов. То есть она может заинтересовать любителей легкой снасти. Рабочий горизонт обозначен в пределах от 30 до 50 сантиметров. Воблер обладает нейтральной степенью плавучести, а именно суспендеры лучше использовать при ловле пассивного хищника. Второй вариант более габаритный – 90 мм. Разумеется, он почти в два раза тяжелее – 10,4 грамма. Судя по характеристикам, рекомендованное заглубление составляет от полуметра до полутора. Аббревиатура из английских букв SS обозначает slow sinking – медленно тонущий. И это необходимо обязательно учитывать при выборе места ловли для будущих рыбалок. Серия насчитывает порядка 10 самых популярных вариантов раскраски. Здесь вы найдете расцветки под окуня и линейки собирательный образ. Есть несколько кислотников и с голографическим эффектом. Как говорится, на любой вкус и цвет. Для оснащения применяются два соразмерных тройника от известной французской компании VMC. Они достаточно острые, чтобы осуществить надежную подсечку. Бородки на жалах обеспечивают дополнительное удержание трофея и не дают ему сорваться при вываживании. Внутри корпуса, в продольном канале, передвигается металлический шар. Это система дальнего заброса Long Cast System. И отметим, что у 90-го она включает в себя магнит для фиксации грузика в рабочем положении. За счет своей подвижности все эти элементы создают хорошо слышимый шумовой эффект. Анимировать флагман Fisker можно различными способами. На равномерке Stop & Go больше проявится роллинговая составляющая. А вот весь свой потенциал воблер раскроет во время твичинга. Сила рывков и длина пауз определяются опытным путем непосредственно в течение рыбалки. Основными трофеями станут крупный окунь и щука. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.